Друзья, всем привет! И сегодня опять вы на канале моей охотины. Сегодня хочу показать вам, чем я кормлю своих улиточек и какое количество они съедают. Вот, к примеру, здесь у меня тыква, кабачки и свекла. На одну улиточку положу вот столько. Вот тыковка, кабачок. И вот так свеколку. Вот. Ставлю сюда. Сейчас еще утро. Они спят. А вечером постараемся посмотреть, сколько они съедят. Кальций я им ставлю отдельно. Насыпаю в крышечку. Вот так вот разравниваю, чтобы видно было, сколько они съели. Вот. Вот столько съедает улиточка. Маленькая. Трехмесячная. Трехмесячная. Вот она закопалась, она там спит. Но вот это у меня еда вся из холодильника, поэтому я ее ставлю пораньше. И как раз, когда они проснутся, у них уже все будет тепленькое. Вот здесь я уже этой положила. Тоже спит. Улитус. Как проснется. Вот это не стала убирать вчерашнее. Посмотрим, что она. И посыпала просто кальцием сверху. И посмотрим, будет она доедать или нет. Вот это у меня уже выползла. Вернее, не выползла. Она почему-то у меня спит на крышке сегодня. Не знаю, что ей там не понравилось. Эти все спят. У этих я еще не убиралась. Тоже спят они. Вот они две. Отсвечивают все. Вот они. Спят подружки. Вчера они занимались опять тут своими делами. Одна беременная. Вот это вот беременная, так что будем ждать кладку. Это тоже спит. Ну вот, сейчас я всем раскладу еду, поставлю. И вечером мы посмотрим, кто сколько съест. Ребята, вы только посмотрите, какие мы умнички. Мы умнички, мы съели даже весь кальций. Тарелку всю вылизали. И спим. Вечером я не стала снимать, потому что они тут ползали, кушали. А снимаю утром. Ну, они вообще молодцы. Поели у меня. Так, вот это. Вот так вот. От еды осталось у нас. И она еще не спит. Она еще не спит. Ползает тут. Так, ну ладно. Времени у меня сейчас мало, поэтому я так быстренько пробегусь. Вот это вот у нас большие улиточки. Вот они тоже. О, они меньше едят, чем маленькие. Маленькие у меня вообще комбайны хорошо жрут. Вот она спит одна. Вторая там, я не знаю, где закопалась. В общем, эти немного едят. И немного, и вот это тоже у меня не очень. Поела, ну, по пол кабачка там осталось. Так, сейчас я тут закрою. Ля-ля-ля. Жу-жу-жу. Так, это на место поставлю. И посмотрим, еще два контейнера у нас осталось. Посмотрим, как у нас эти покушали. Ого! Вообще не притронулась. Маленько кальция только там лизнула. Даже не лизнула, может быть, она его просто
задело. Ага. Значит, вот это у нас не покушала. Это у нас тоже почти все съела, все вылизала. И ушла спать. Это ей мха добавили. Это мало мха стало. Ай, да вот она спит. Ну что так мало мха? Это коврик. Ой, падает. Коврик падает. Сейчас, 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 ребятки, тут. Вот таким ковриком я их обогреваю. Сейчас я включила его. Я уже рассказывала, что это вот это вот для обогрева автокресел мы купили. И я его вот так поставила. И удобно им обогревать. Он недорогой, дешевле, чем обычные термоковрики. Ну все, ребятки, на этом закругляюсь. Посмотрели, кто как кушает. Всем спасибо за просмотр.